Так, друзья, находимся на острове Гоза. Ямки. Вот эти все ямки, это сделано для того, чтобы добывать соль. Просто предыдущее видео прервалось, я не знаю, записал или не записал. Поэтому еще раз хочу показать. Вот здесь по всей. Сюда попадает вода. Вода испаряется. Безумствует море Средиземное, очень красивый закат, солнце только что зашло, очередной день подходит к концу. Давайте мы тоже будем уже покидать это место, красивейшее место. Вот это сила, вот это мощь. Да. Море есть море. Вот здесь вот соль, вот самое такое нормальное, берешь и можно на вкус пробовать, чистейшая соль. У нас возвышается вот эта башня, местная достопримечательность. А вот, кстати, видать, вот этой штукой они эту соль добывали. Думаю, ковшик для соли. Кстати, очень даже он нелегкий. Нормально мощный. Вот острый мост. Даже окно открыто. С той стороны дверь закрыта, но окно открыто. И как понимаю, туда можно туристические походы. На двери там что-то написано. Какой ветер! Чуть тряпку не сдул. Успел схватить. С этой стороны, оказывается, был вход, да? Мы обходили. Вот она, друзья, это башня наша. Я уже показывал в предыдущем видео. Вот, в 17 веке построено. Такие вот дела. Что, покидаем это место. Беречь батарею. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.